наш дорогой зритель. С вами Милена и Даша, самая красочная и яркая рубрики нашей передачи «Дети в городе». Мы находимся в Харьковском государственном цирке. Цирк – это то место, где мы можем от души повеселиться и поудивляться, выходить отсюда с хорошими впечатлениями и приходить сюда с родными и друзьями. Сейчас тут проходит программа «Территория риска». Гимнасты на турниках. Львы и тигры. И, конечно же, веселый клоун. На арене Харьковского цирка. Все только для вас. Это стремление достигнуть своей цели в искусстве. Поэтому многие люди посвящают всю свою жизнь цирку. Ведь это праздник не только для детей, но и для взрослых. Мы предлагаем вам окунуться вместе с нами в атмосферу радости, веселья, удивления и риска. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о программе «Территория риска». «Территория риска» – интересная, разнообразная, очень хорошая программа. Артисты радуют наших зрителей, деток и взрослых, маленьких и больших. Очень много животных, животные у нас разные, и хрюшки есть, и козочки есть, и тигры есть, и львы есть. Очень хороший, интересный клоун, замечательный у нас, артисты, акробаты. Все с разных городов Украины приехали и радуют наших зрителей. С каких стран приезжают к вам на гастроли? Приезжают из разных стран, из Казахстана, из Узбекистана, из Украины, из Киева очень много. Чаще всего сейчас приезжают из Киева к нам артисты. Скажите, что вы чувствуете во время представления? Переживаете ли вы за артистов? Конечно, переживаем, смотрим, хлопаем, поддерживаем. Мы все вместе работаем, поэтому друг за дружку всегда переживаем. У тебя сегодня игривое настроение? В принципе, да, игривое, да. Какими трюками ты сегодня будешь развлекать детишек? Детишек я буду развлекать такими интерактивными играми. Буду играть с детьми во взрослые в колокольчики. Вот у меня, видишь, стоят колокольчики. Можешь позвонить даже. Я буду раздавать в зал колокольчики, и мы будем вместе играть в мини. Что ты чувствуешь, когда видишь улыбку на лице ребенка? Я чувствую, что вышел в манеж не зря, значит, все получилось. Я получаю удовольствие, подзаряжаю свои аккумуляторы. И мне хочется от этого выйти еще раз и еще раз. Все. Денег мне не надо. Главное, чтобы смеялся зритель. Алексей Евгеньевич, почему вы выбрали такую профессию? Не знаю, мне хотелось нести как-то добро, радость людям, чтобы люди получали какие-то позитивные эмоции, чтобы они смеялись. Смех же продлевает жизнь, знаешь, чтобы люди долго жили. Наверное, так. Мне хотелось доставлять людям радость. Вот так, наверное, лаконично. Расскажите нам какую-нибудь шутку. Я, как и ты, тоже готовился на «Рассмеши комика» и вспомнил одну шутку. Карлик помещается на фотографии в паспорте в полный рост.
очередной выпуск рубрики «Поставить». Спасибо Харьковскому цирку за заряд позитива. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч!